Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». Зі мною у студії політолог, кандидат політичних наук Максим Ялі. Вітаю вас. Добрий вечір. Та політолог Денис Кірюхін. Вітаю вас. Добрий вечір. Найближчим часом ми поговоримо про таке. Зустріч нормандської четвірки у Парижі. Чого очікувати? Зеленський з Путіним поговорять тет-а-тет, у тому числі про газ. Варта на Банковій. Мітинг під офісом президента триває. Отже, головна тема дня – перша за три роки зустріч лідерів нормандської четвірки. Востаннє переговори в нормандському форматі проходили восени 2016 року у Берліні за участі Петра Порошенка. Тоді домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської, Золотого та Петрівського. Реалізувати ці домовленості не вдалося. По суті, тільки цього року їх реалізували. Сьогодні президент України Володимир Зеленський близько 16-ї за Києвом прибув до Єлисейського палацу у Парижі. Глава держави провів особисті зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Власне, ця зустріч тривала довше запланованого часу. Тож, зустріч лідерів четвірки розпочалась на годину пізніше, ніж планувалося. Французька сторона повідомила про зміну графіку учасників саміту, тож завершити всі зустрічі у запланований час не вдасться. Спільна прес-конференція чотирьох лідерів мала розпочатися о 19:45 за київським часом, однак лідери вирішили не виходити до преси, поки не завершиться остання двостороння зустріч між Зеленським і Путіним. Далі лідери зустрінуться знову у форматі робочої вечері. Очікується, що підсумкова прес-конференція розпочнеться вже після вечері о 22:00 за київським часом. А нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пане Максиме, от як з вашої точки зору, можливо, можна очікувати цієї зустрічі якогось швидкого результату? Чи не накачується просто суспільна така думка, що от після нормандської зустрічі щось кардинально щось зміниться? Але по факту, можна чекати якихось певних швидких змін чи ні? Я думаю, все-таки нет. Накачивается, как вы сказали, общественное мнение, только, я бы так сказал, участие общества, так называемая зрада, что обязательно будет капитуляция. И митинги как раз вчера мы видели и на Майдане, и под администрацией президента. Другая же сторона, если брать заявление того же пресс-секретаря президента Путина Пескова, накануне буквально встречи, сказал, что не следует ожидать каких-то прорывных шагов, будет меморандум подписан, выражает осторожный оптимизм, но никаких серьезных сдвигов, подчеркну, ожидать не стоит. Это то, что настраивает российская сторона. В принципе, исходя из логики, из красных линий, которые выставили и украинское общество, и озвучил сам. А украинское суспільство якісь край червоної лінії выставляло? Я, до речі, маленькі частини українського суспільства в лисі політичних партій, там, Порошенка, Вакарчука та Тимошенка, вони щось виставляли. Мені, до речі, є з цього приводу якраз, що конкретно вони хотіли. Але це далеко не все суспільство, і яким чином дослухатися до цих червоних ліній чи не дослухатися, це все ж таки Зеленський буде вирішувати. Ну, в принципі, ісходя із озвучених так називаємих красних ліній сьогодні, министром иностранных дел Пристайко, они прислушались, и они не особо расходятся. Поэтому, я же говорю, максимум, чего стоит ожидать от этой встречи, я думаю, договоренности о дальнейшем обмене удерживаемыми лицами, ну, теперь уже между Украиной и псевдореспубликами, также будет отмечено в меморандуме в итоге позитивные шаги, которые вы уже обозначили, это разведение сил и намерение и дальше разводить войска. Ну а вот прорывов, чего ожидают и чего боятся часть украинского общества, так называемой имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство, либо выполнение согласия на выполнение политической части Минских соглашений перед тем, как будут реализованы пункты относительно безопасности, я думаю, ожидать не стоит. И все-таки темой двухсторонних переговоров будет главной темой газовые переговоры.
Это то, что, скажем так, беспокоит все четыре стороны, участвующие в переговорах. И Франция, и Германия не заинтересованы, потому что «Северный поток-2» еще не будет запущен. И задача, скажем так, обеспечить спокойный транзит первые хотя бы полгода, которые необходимы для запуска второй нитки «Северного потока-2». Украинская сторона же, напротив, естественно, пользуясь, осознавая, что вот буквально эти полгода-год у нее есть козырная карта, я бы так сказал, и газотранспортная система Украины имеет максимальную выгоду, возможно, сейчас ее выдавить для того, чтобы заключить долгосрочный контракт. Это наш приоритет, уже наши национальные интересы. Вот главная интрига, смогут ли они договориться относительно этого, относительно, тем более на фоне, да, как бы решений суда, ожидания Стокгольма. А российская сторона, как вы знаете, выдвигает такое, уже озвучила требование, это отмена либо обнуление итогов решений международного арбитража. Конечно, это не в наших интересах, и вот вокруг этого и будет спор основной. Дякую, пане Денис. Погоджуєтеся ви з паном Максимом? І чи можна сприймати всерйоз, що коли все ж таки запустять газопровід «Південний потік-2», у Росії буде змога повністю відмовитися від транзиту через Україну газу до Європи? Ну, давайте так, тема нормандского формата и газовых переговоров по очереди. Ну, что касательно нормандского формата, в целом я согласен. Тут я бы разделил вопросы стратегические и тактические. В стратегических вопросах вряд ли стоит ожидать какого-то принципиального прорыва и изменения позиции сторон. Речь идет о том, что как бы один из камней преткновения, который обсуждается там последние годы фактически, это вопрос о том, что в начале выборы, потом контроль Украины над границей, либо сначала граница Украины-России переходит под контроль Украины, а потом выборы. Собственно, вот это вот разночтение, потому что позиция, как мы знаем, украинской стороны в том, что невозможно проводить выборы до того, пока Украина не контролирует границу, а позиция российской стороны в том, что именно выборы – это есть шаг к обеспечению Украины контроля над границей. То есть это именно вот такая вот логика. И, то есть вот это несовпадение логик, я не думаю, что его удастся переломить. И в этом вопросе вряд ли будут какие-то существенные изменения. Да и, собственно, вот та информация, которая есть на данный момент, те заявления, которые делали стороны до переговоров, они говорят о том, что никто не ожидает какого-то консенсуса по вот этому базисному стратегическому вопросу, который тормозит реализацию Минска. Что касается тактических вопросов, то тут более 50% того, что удастся достигнуть некоторых договоренностей. К таким тактическим вопросам может быть, конечно, обмен пленными всех на всех, причем это может быть сделано даже до Нового года, если удастся договориться, а шансы достаточно велики. Это разведение войск, поддержание режима прекращения огня. Вот такие вот вопросы, которые как бы снимают напряженность по линии соприкосновения и начинает какие-то, скажем, гуманитарные взаимодействия с неподконтрольными Украиной территориями. Они тут подвижки некоторые могут быть, и некоторые соглашения, договоренности могут быть. И в этом смысле некоторые необязательные коммунике, где не будет строгих обязательств для сторон, а просто выражение намерения действовать дальше в том ключе, которым стороны двигались последние пару месяцев, когда пошло разведение, обмен пленными, возвращение Украине кораблей. То есть, как бы, может быть, задекларирована линия, поддержка той линии, которая уже проводилась в последние пару месяцев. А вот, как вы вважаете, чисто практично, ну, тобто, мы кажем, что давайте повернемо Украине контроль за кордоном. Тобто, це зрозуміло, що наші прикордонники повинні стати вздовж кордону з Російською Федерацією. Це сотні кілометрів. Тобто, ми говоримо, що на лінії фронту потрібно перестати стріляти. А як ми можемо зробити так, що от якщо прикордонники стануть, там же теж можуть почати стріляти, бо там не буде ні зовсім ніяких перепон між непідконтрольними територіями і нашими прикордонниками, там не буде армії якоїсь. Тобто і зі сторони Росії можна елементарно, в принципі, ці всі процеси блокувати. Ну, тобто, який в ньому сенс?
Ну, тут как бы логика и российской, и украинской стороны вполне понятна. Логика украинской стороны в том, что возвращая контроль над границей, фактически Украина возвращает себе де-факто контроль над этой всей территорией, которую она сегодня не имеет. Ну, это дуже спірне питання. До речі, там десятки тысяч озброєних до зубів громадян України, возвращение контроля над границей невозможно, пока там находятся вот эти вот десятки тысяч. Мы же сами прекрасно понимаем, какой может быть контроль над границей, так, когда они же никуда не сникнуть. А вот, позиция Зеленского, мы знаем о том, что эти люди должны уйти. Что демилитаризация в каком-то смысле? Вот. Там питання стоит щодо виведення іноземних військ. А Зеленский військ, там не определился. Уже все получили российское гражданство. Я думаю, тем более общеизвестно, что военнослужащие, участники тех незаконных воинских формирований первые в очереди, и там по приказу они вперед идут получать гражданство. Якщо у него есть украинский паспорт у всех громадян, это ничего не изменит. У них как был украинский паспорт, так и залишится. Главное, что если у них будет российское гражданство, они уже будут подпадать под этот пункт о выводе иноземных войск. Вот я думаю, то, что нам также нужно будет использовать, и наша разведка должна этим активно заниматься. Пане Максиме, тобто ви якимось чином будете їм говорити це, чи як? Як це відбуватиметься? Тобто вони громадяни України, і в них є права, закріплені Конституцією України. Хто має право з вашої точки зору? У нас двойне гражданство по нинішньому законодательству розрішено. А ви розумієте, що там 400 тисяч в Західній Україні має польське громадянство, там румунське, там угорське? Ну, вони, по крайній мірі, на даному етапі поки що не требують собі так називаємо особливого статусу своїх судів. Там є ще американське, там ізраїльське, інші громадянства. Ну, тобто, якщо ставити питання, так потрібно треш все ж таки починати. Смотрите, ми все таки не воюємо з Венгрією, с Румынией, с Польшей а и так далее по списку. А мы из России. Если мы подивимся Минские домовленности, там Россия даже не сторона конфликта. И вы же это прекрасно знаете. Навіщо зараз маніпулюєте? Нет, я не маніпулюю, я просто называю вещи своими именами. Потому так, что да, вы пытаетесь маніпулировать, напоминая, что в Минских соглашениях нет России как стороны конфликта. Так, но а вы как гражданин Украины, да, который... Тем более, вы мне тут спрашивали недавно, был ли я на линии разграничения. Вы, я так понимаю, были. Своими глазами вряд ли видели, но следите же за украинскими новостями. Сколько было доказательств того, что российские войска присутствовали на территории Украины, в частности, в августе 2014 года. И также касается 2015 года. Даже ОБСЕ фиксировало передвижение в ночное время суток техники, да, которая соответствовала российским аналогам. Также формы, казалось, хоть она и прямым текстом не называла, что это представители российской армии, но то, что они отоварились в военторге, так называемом, как это делали в 2014 году, по словам президента Российской Федерации, это факт. Тем более десантники, которые заблудились в степях Украины, также в августе 2014 года вы должны были прекрасно их помнить. Так а чему тоді полягає суть? В Мінських домовленостях немає там поняття війна, та конфлікт. Причому внутрішній, це Порошенко ці домовленості підписував. Їх ініціював, створював і фактично він за це несе відповідальність. І він несе за них відповідальність. Але якщо ми хочемо якось уникнути і відійти від формату там мови ворожнечі, ми ж потрібно все ж таки називати все своїми іменами. Ви ж правильно до речі, до цього приводу говорити. Ні, розумієте, це як по Орелу виходить у вас. Ми, якщо ми хочемо речі своїми називати, все своими вещи называть своими, да, своими именами, мы должны как-то, как вы сказали, более дипломатично выражаться. Это как? То есть не называть вещи своими именами? Есть международные договоры, которые подписала Украина, вот конкретно Минские договоры. Во-первых, если говорить с юридической точки зрения, Минские договоренности не являются международным договором. Да? Вот Будапештский меморандум подпадал под эту категорию. Да? И если смотреть даже с юридической точки зрения, как апеллирует российская сторона, что он не является, не имеет юридических обязательств, основы, на тот момент подписания, когда российская сторона якщо его подписывала, приоритет был международному праву. Если мы видим ситуацию на Донбассе, это конкретно Минские домовленности. Если мы дивимося Минские домовленности, там, в принципе, конкретно написано, как, какую сторону называть.
І я маю на увазі, що це логічно, і в принципі, якщо можна, ми дивимося на цю проблему... Можна некоторую ясність принести, тому що ми, кажуть, зараз уходимо в сферу фантастики. Ну, во-первых, так, относительно правового статусу Мінських соглашений, все-таки ми повинні пам'ятати, що є резолюція 2202 Совета безопасности Организации Объединенных Наций, которая признает Минские соглашения как базисный документ. Это, поэтому в данном случае речь идет не о подписании, а о резолюции Совбеза ООН. Номер, повторюсь, 2202. А что касается подписи Украины, то Порошенко этот документ не подписывал. Ну, посмотрите, там нету подписи Порошенко, там стоит подпись Кучмы. Так, это тоже принципиальный момент. Это как бы статус Кучмы в документе не определен. Поэтому подписи Порошенко под документом нет. И в целом мы должны четко понимать, что... Не поставили, чтобы не было цезгода. Нет, но это если мы говорим о юридической плоскости, формально подписи Порошенко под документом не существует. Это, ну, это объективный факт. А что касается, опять-таки, вернемся к вопросу границы. Мы не договорили, немножко ушли, немножко, мне кажется, в сторону, поскольку... Ну, очевидно, что российская сторона теряется смысл всякий вообще всего предыдущего процесса с 2014 года, если сейчас Россия даст отмашку на вывод вооруженных сил, уже не знаю, там, ну, скажем так, донецких там каких-то там этих вооруженных деятелей или и там и так далее, с переходом под контроль Украины границы. Не зря Россия в свое время вносила Совбез ООН инициативу по миротворческим введению миротворческих на Донбасс с тем, чтобы их поставить вдоль линии разграничения. Потому что для России вопрос границы в данном случае принципиальный вопрос. Там никто не витает в облаках, и все прекрасно понимают, что переход контроля границы под Украину, возвращение Украине этого контроля, оно кардинально меняет ситуацию на Донбассе в принципе и в пользу Украины, и, очевидно, тогда Россия лишается всяких рычагов влияния на ситуацию, смысл тогда всех этих 5 лет теряется полностью. Поэтому это та точка, за которую вряд ли стоит в ближайшее время ожидать, что Россия сдвинется, тем более международные санкции пока не подвинули Россию к этому. Поэтому на сегодняшний день мы не сможем этого ожидать. Именно поэтому я говорю, что в стратегических вопросах никаких сейчас изменений не стоит ждать. Максимум – это вопрос тактики, и тут возможны некоторые подвижки, некоторые движения, которые были заморожены последние 3 года. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Отпущение. У меня философский такой вопрос. Если... От Всевышний нас, українців, запустив на таке іспитання для того, щоб ми наладили своє матеріальне благополуччя і щось зрозуміли і зробили еволюційний прорив, як ви вважаєте? Угу. Ну, пане Максиму, як ви можете відповісти на питання нашого телеглядача? Ну, це настільки філософський вопрос був, що я... до сих пор пытаюсь осознать его глубину. Но смотрите, я бы так сказал, философски отвечая на такой философский вопрос. На данном этапе, к сожалению, решают за нас, как мы видим, все складывается такая ситуация. Мы не можем пока сами о себе позаботиться, обеспечить добробут, о котором говорил слушатель. И когда сам игрок не может принять решение, либо предложить, это также касается и Минских соглашений, тогда более сильные игроки решают за него, зачастую, к сожалению, за счет его национальных интересов. Вот к этому, я так думаю, мы сейчас и идем. А как вы можете прокомментировать питание этого глядача? Ну, я понимаю, что значительная часть сейчас украинских граждан очень обеспокоена той ситуацией, в которой сложилась, и пытается найти из него выход. В этом отношении, мне кажется, крайне важно действительно найти внутренний диалог по этому вопросу. Мы видим, насколько вот вопрос Донбасса сегодня резонансный в украинском обществе. Часть людей готова выходить на площади и буквально требовать реализации его в одном ключе.
точно. А социологические опросы показывают, что в целом украинское общество гораздо более мягко относится к решению, то есть на какие-то уступки большинство украинских граждан готовы пойти ради сохранения мира, ради возвращения украинского контроля над этими территориями. И нужно отдать должное, сейчас как бы будущее Украины во многом, в том числе, зависит от того, как сегодня идут переговоры в Париже, насколько взвешенно, тактично и долгосрочно будет приниматься решение, которое сейчас обсуждается. Якщо ми подивимося на ці от червоні лінії, які на мітингах і в Верховній Раді озвучили лідери опозиційних політичних партій, там Вакарчук, Тимошенко і Порошенко, в принципі, там жодних компромісів щодо унітарної держави, ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу. Жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. І якщо переступиш, буде день гніву. Я так розумію, що якщо подивитися реально на ці вимоги, то можна перекласти це на людську мову і коротко. 100%, вірні, 200%, що буде день гніву. Ну, тобто, це очевидно, що щоб Зеленський не зробив, це підпадає під ці вимоги. Я би немножко з вами не согласився в тому плані, що якщо внимательно как бы, проаналізувати зачитані вами требования і ті заявлення, які робила українська власть в лице міністра іноземних справ, в лице Ермака, в лице самого Зеленского, последний месяц-полтора, то мы не увидим никакого различия. Речь в формах, речь в риториках, но принципиальные позиции конфликта тут никакого нет на самом деле. И в этом смысле те события, которые сейчас приходят там на Майдане, вчера там были, это политическая игра. Сейчас начинается борьба за место в оппозиции, борьба за лидерство оппозиции, оппозиции, которая опирается на, условно говоря, там Майданный электорат. И поскольку как бы, рейтинг Зеленского начинает падать, что было прогнозируемо, и сейчас очень важно, как бы у них в этой части оппозиционного лагеря выстраивается внутренняя иерархия. Петр Порошенко очень ловко сейчас перехватывает инициативу у Тимошенко, у Вакарчука, очевидно, пытаясь стать фронтменом вообще вот этого оппозиционного лагеря. И поэтому риторика там достаточно жесткая. А разницы с позицией Зеленского я вообще не вижу никакой. Вот вы знаете, в чем Зеленский не согласен с хоть одним из тезисов, из публично озвученных его предложений ни в чем, абсолютно, имею в виду, ни в чем нет различия, абсолютно все те же самые позиции, просто он говорит это немножко другой формы, там пристайка и так далее, он говорит все абсолютно то же самое. Ну, а не вважаєте, що ви, що якийсь дисонанс все ж таки є, тому що Порошенко агітував за формулу Штайнмаєра, за мінські домовленості і визнавав які безальтернативні, а зараз він намагається стати фронтменом цього приводу. Порошенко в своє время откровенно виступав за... Тепер він немножко здвинувся в своїй позиції. Якщо він просто каже, що це зрада, це логічно, щоб він пішов до в'язниці якраз по статті «Зрада Україні». Тут я з вами согласен, тут йде політична гра, на собственное выживание во многом в политике, за борьба за политическое будущее своей политической партии и так далее. Это то, о чем я говорю. О принципиальных позициях, повторюсь, опять-таки, вы не найдете, внимательный анализ, вы найдете отличие позиции Зеленского и того списка, который вы зачитали. Дякую. А вы погоджуетесь с паном Денисом с этого привода? Ну, единственное замечание, в целом согласен, единственное замечание, что все-таки если говорить о заявлениях членов команды Зеленского президента, если вспомнить совсем буквально на днях заявление советника Ермака, он говорил о том, что они готовы на изменение Конституции по итогам нормандского формата. Возможно, это был только просто там, сигнал, как бы там пас, выражение готовности перед переговорами, но заявление все-таки было. Другой вопрос, что действительно, возможно ли это реализовать на практике, здесь у меня серьезные сомнения. Поэтому даже если будут обсуждаться пути решения, там, написания той же дорожной карты, все решения будут озвучены не раньше весны, с моей точки зрения, когда будет уже главная договоренность и переговоры будут также касаться закона
об особенностях местного управления, самоуправления на территории ОРДЛО. Как вы знаете, здесь также серьезные разногласия касаются. Если команда Зеленского говорит о том, что это должно быть в рамках децентрализации, то российская сторона настаивает на внесениях поправки в Конституцию. Вот учтут ли они так называемую формулу Штайнмайера в новой редакции закона, это в любом случае будет известно к весне, когда будет он написан. Сейчас же, я думаю, просто будут договоренности, либо переговоры вестись, но итоговых заявлений по этому вопросу не последует. Дякую, пане Денисе. От як ви вважаєте, якщо ми подивимось на ситуацію у Верховній Раді, коли було перше читання щодо закону про відкриття ринку землі, ми бачили там такі брошури, і там 14, я ще не помиляюсь, теза була, що ринок землі потрібен, щоб іноземці купили землю, і тоді Путін не нападе, і тоді іноземці будуть захищати нашу українську землю, яку вони купили. От якщо я помиляюсь, те формування було приблизно таким відтінком. Чи не вважаєте ви, що вирішення проблем миру на Донбасі, вони пов'язані з питанням відкриття так званого ринку землі? І чи не вважаєте ви, що паралельно з питаннями там газу і питаннями врегулюваної ситуації на Донбасі, там стоїть і питання обов'язкового продажу землі Україною, можливо, до агрохолдингів тої ж Німеччини та Франції? Ну, в публічній сфері нігде таких заявлень не звучало, ні кулуарної інформації в даному випадку я не володію, ну, судя по всьому, такого требування нет. Но в чем мы на самом деле правы? В том, что, смотрите, казалось бы, вот с 2016 года не происходит встреч в нормандском формате. Казалось бы, ситуация заморожена, и стороны стоят там, где и стояли фактически. Но на самом деле ведь все немножко не так. Потому что если ни Украина, ни Россия в данном случае не являются активными субъектами по изменению ситуации на Донбассе, есть третий субъект, который меняет эту ситуацию. Этот субъект называется «Время». И логика конфликта, которая там действует. И в данном случае, о чем я говорю, что смотрите, весь 2014 года, если мы говорим, Украина живет в одном ритме. Нравится он нам, не нравится, но тем не менее, у нас прошло 3 избирательных цикла. У нас дважды уже избиралась Верховная Рада, дважды избирался президент, проходили местные выборы. Это все в отрыве от жизни людей, которые живут на неподконтрольных территориях. У них идет своя абсолютно жизнь. Они все больше втягиваются в другую повестку дня. Они втягиваются в экономические отношения с Россией. Они получают российские паспорта с недавнего времени. Они, их университеты, школы и так далее, учатся по российским учебникам. Они входят в это пространство. Они все больше логикой жизни, повседневной жизни, обменом товаром, деньгами и так далее, они все больше втягиваются в другую ситуацию. И такие кардинальные многие изменения, как там рынок земли, например, и так далее, они еще больше как бы разделяют структуру жизни в этих разных территориях. И тем сложнее на самом деле, чем позже оттягивается эта процедура, тем сложнее назад вернуть эту территорию, интегрировать ее полноценно назад, потому что уже совершенно логика социальных отношений, экономических отношений, она уже будет немножко другая. И вот в этом есть некоторая опасность. Сейчас у нас мы живем пока в разных политических логиках, но постепенно мы начинаем жить в разных экономических логиках. В Украине, например, открытый рынок земли и так далее, а вот на неподконтрольных территориях нету там вообще какая-то своя регуляция непонятная. Какая. Мне вообще кажется, что тот режим, который там, можно обозначить как режим военной диктатуры сейчас на самом деле. Потому что там де-факто, насколько мы понимаем, власть принадлежит военным. Там совершенно другая логика жизни. И это очень серьезные вопросы, которые вот с каждым годом все больше усложняют. Щодо економічної якраз складової життя на непідконтрольних територіях. Тобто всі ми знаємо, що там комунальні тарифи, там тепло, електроенергія, там вони втричі, в 4, в 5 разів навіть там іноді дешевше. І от з вашої точки зору, тобто є ж оця, по суті, якщо буде інтеграція, буде якось вирівнюватися ця ситуація, в них ціни повинні бути якось підтягнутися до цін, які по Україні. Ну, і от, всі ж ми розуміємо, що там, я так розумію, за рахунок
самоврядування на непідконтрольних територіях, зараз одна ціна, а оця дельта, яку зараз заробляють олігархи, які мають у своїй власності енергетичні мережі, там ТЕЦи і таке інше, тобто вони, що повинні бути теж, будуть заробляти з тих територій теж, коли буде інтеграція? Чи громадяни України, які там знаходяться, які ж на підконтрольних територіях, вони будуть змушені цю дельту доплачувати саме нашим олігархам? От, собственно говоря, ну тут можна конкретно на цьому вопрос довго спекулювати, але суть, повторюсь, все в тому, що чим з кожним днем, з кожним годом все складніше інтегрувати потім назад ці території. Іменно поэтому, от чому я говорю про фактор времени, от главный суб'єкт, который сейчас руководит всем этим, поэтому мы можем сказать, да, вот мы замораживаем конфликт, вот, де-факто мы ничего не делаем, но это как бы украинская победа, мы не сдались врагу. Но на самом деле за счет этого мы каждый день теряем эту территорию. Потому что мы, вот вы вспомните, там, западно-восточной Германии до сих пор уровень жизни разный. До сих пор настроения социальные разные в Западной и Восточной. Я же не говорю про Северную и Южную Корею, объединение которых сейчас придет просто к катастрофе. Хотя даже, казалось бы, вот если снять все барьеры, Северную и Южную Корею объединить, это будет социальная катастрофа колоссального масштаба. Планетного масштаба, почему на самом деле де-факто сейчас никто не говорит. А почему? Ну, потому что настолько разный уровень жизни, настолько разный, потому что социальные организации в двух Кореях, что это просто приведет к... это просто невозможно сделать, это вообще отдельная тема, как объединить, например, две Кореи. Дякую, пане Максиме. Як ви вважаєте, чому на підконтрольних територіях електроенергія, комунальні тарифи, тепло, воно дешевше декілька разів, ніж в Україні? Потому что это было единственное, я бы так сказал, преимущество, которое могли предложить, оплачивать это все, в принципе, Российская Федерация. Они могут себе это позволить. Я не знаю. Хотя там они пытаются повесить эти долги за газ, в частности, на украинскую сторону. Также там существуют существенные задолженности по электроэнергии. Они выставили... Ну, подождите, вы же, мягко говоря, манипулируя, называя лишь преимущества бывшей так называемой замороженной цены на коммуналку, но не говорите о том, что у них заморожены были и пенсии, и заработные платы в границах 2013 года. Так, а где тут манипуляция? Там, манипуляция заключается в том, что если вместе сложить, то есть вы говорите, да, они платят, во-первых, не в 5-4 раза, как вы говорили, ну, а в 2, там, максимум 3 раза дороже. Тут у нас же тоже большая дельта, как вы знаете, между городами существует на все эти коммунальные услуги, потому что местные органы их утверждают, эти тарифы. Так вот, зарплаты же у нас з 2013 года виросли в рази. Дуже тяжка економічна ситуація на непідконтрольних територіях, дуже важка економічна ситуація. Це очевидно. Там немає роботи, немає там якоїсь розвитку економіки. Тобто, якщо Донбас відірваний від України, там проблема із підприємствами, із бізнесом. Тобто, ну, там колосальні проблеми. Але я кажу зараз на ті проблеми, які можуть якимось чином принижувати швидкість, верніше, зменшувати швидкість інтеграції до України, Донбасу. І саме тому я зараз конкретно питаю. З моєї точки зрення, хоч цей вопрос матеріально, безусловно, крайне важен для жителей. Я бы так сказал, общаясь с жителями тех оккупированных территорий, для них это единственное, ну не сказать, чтобы отдушина, ну по крайней мере на фоне, когда они видят, приезжают на подконтрольной Украине территории и общаясь с людьми, что жить там лучше, для них это единственный аргумент, что они платят за коммуналку меньше. А некоторые даже умудряются получать пенсию и на оккупированной территории, і в Україні. Ну, до речі, це не єдиний пункт. Є ще також змога вчитися на рідній мові. У нас його немає в Україні. Це теж очевидно. І з цього приводу теж є дуже багато питань. Одну минуточку. Коли до 2013 року, я, розумієте, от, як би сам з Донецької області,
учился и там, оканчивал высшее учебное заведение в Донецкой области и в Киеве. Приехал в Киев на рідній мові, ну так, будь ласка, ми живемо в Україні, нема питань. Так, і це не була, ця проблема гіперболізована. Для старшого покоління, які давним-давно вже отримали своє образування, вопрос язика ще можна, вони подаються спекуляціями. Младше покоління, там 35 і ниже, для них вже вопрос языка не стоит, они спокойно владеют и русским, и украинским языком. Я зараз про це кажу. Я зараз кажу про те, що, наприклад, тут зараз в Україні конкретно законодавчо закріплено законопроект, там, де не передбачено, в принципі, викладання російської мови. Ну, і таким чином, якби ви сиділи за новостями, ви б знали, що Венеціанська комісія от прийняла рішення якраз... І жодним чином не відреагували ще на рішення Венеціанської комісії ще теж. Ще однозначно, вряд ли ожидала би такої швидкої реакції. Ну, по крайней мере, это является основанием. Тут другой вопрос. Знаете, оно что же, это решение почему-то совпало, было опубликовано как раз накануне нормандского формата. Я уверен, что российская сторона также будет поднимать этот вопрос, потому что в сфере гуманитарной политики для них этот закон, ну я бы так сказал, наиболее раздражающий фактор. И у Зеленского сейчас, по крайней мере, появилось обоснование пересматривать. Что-что? Не только для России, но и для російськомовних громадян Украины. Ви ж розумієте, що ненормально, коли громадянин України думає та говорить на російській мові, але в нього немає в школі російської мови і не може правильно писати на російській мові. Ну це нонсенс. Ну ви ж знаєте, що така ж, якщо ми беремо, сравнюємо ситуацію в Україні і в Росії, в Україні навіть після прийняття цього закону о язикі, условия намного лучше, потому что, согласно этому закону, если достаточное количество родителей захотят изучать русский язык, конечно, это будет факультативно, но, по крайней мере, такая возможность и организовываться классы будут. А вот у граждан Российской Федерации и миллионов украинцев, которые там живут, подобной возможности нет. Дякую, пане Денисе, ви погоджуєтеся з паном Максимом? Ні, в даному випадку мій собеседник немножко утрирує. Во-первых, якщо ми говоримо о вопросі языка, речь йде о вопросі гражданських прав. Это, скажем так, если с точки зрения европейского права подходить, это вопрос гражданских прав. Право на свободу слова, право на свободу религиозного вероисповедания и право на развитие собственной культуры языка. Это базовые гражданские права, в основе которых лежат в основе социальное единство общества и демократического общества. Если какое-то из этих прав нарушается, безотносительно того, там это, если мы говорим, там религиозно ущемляется, например, какая-то религиозная конфессия. Либо, определяется, что только носители этого языка являются доминантной нацией, а все остальные – это люди второго сорта, де-факто, потому что они не имеют права получать. Европейские нормы требуют получения всей системы образования на родном языке, не изучать родной язык, а получать образование на родном языке. Это извините, а вот в Российской Федерации граждане... Российской Федерации? Да, не имеют права изучать... Вы граждане Российской Федерации, нет, вы сейчас сказали? Я, конечно, нет. Так, а при чем тут Российская Федерация? Давайте, когда мы будем говорить... Нет, но вы апеллируете к нормам, и в том числе я говорю о европейским нормам, европейским правилам, на которые как раз ссылается сейчас Венецианская комиссия. И поскольку у нас интеграция в Европейский Союз – это конституционное требование. Я вам хочу напомнить Украинскую Конституцию. Так вот, поэтому уж если мы говорим о интеграции... И, собственно говоря, вообще откуда возникли, если мы говорим о европейских требованиях? Это же не просто так, сидели в Европе, а давайте-ка мы придумаем, что люди имеют право ходить в церковь, в которую они хотят ходить, и говорить на том языке, на котором они хотят говорить, почему большинство европейских стран полиязычны. А те, кто недавно были еще моноязычные, как Франция, сейчас активно развивают родные языки, типа нормандского языка на севере Франции и так далее. Там школа уже появляется с родным языком. Почему? Ведь не потому, что они сидели, вот Европа вот все эти годы сидели, взяли, выдумали. На самом деле Европа пришла к представлению о правах человека путем кровавой истории гражданских войн, жесточайших религиозных войн, этнических войн. Каждый этап войны заканчивался, понимая, вот знаменитая столетняя война, которая охватывала Европу,
Она, которая заложила основу современной Европы, итогом стало признание религиозных прав людей. Потом следующий этап, потому что все эти правила, на самом деле, гражданские права, они написаны кровью. Они написаны в Холокосте, они написаны путем массовых убийств тех, кто принадлежит к иной расе, например, или говорит не на том языке. И это правило, потому что эти правила, соблюдение которых позволяет существовать целостному обществу без конфликтов, снимая социальные конфликты, которые неизбежно возникают, если мы кого-то ограничиваем в каком-то праве. Угу. Это правило написано для того, чтобы существовало единство общества и государства, обеспечивая стабильность. Государственную стабильность. И это логика демократического государства. Именно почему, как только мы начинаем где-то нарушать какие-то гражданские права, моментально, дело не потому, что там кто-то там хочет выдумать, но моментально возникает, конечно, политики спекулянты, моментально появляется основа для политических спекуляций. Начинаются политические игры, кто-то начинает за это зарабатывать бонусы, кто-то начинает возникать конфликты. Именно почему так важно, я считаю, конституционная норма о движении к Европейскому Союзу, которая у нас записана в Конституции, она и должна начинать реализовываться с реализации европейских принципов правового государства, которые, собственно, мы взялись на себя обязательство реализовывать. Почему Венецианская комиссия оценивает наши законы? Потому что мы сами сказали, что мы хотим быть европейским обществом. И именно в этом не случайно Венецианская комиссия подходит к этому. Поэтому это вопрос гражданских прав. И его игнорирование, его забалтывание или его нивелирование, оно всегда вылазит боком для общества. История Европы, кровавая история Европы, повторюсь, она это вот массы, десятки, сотни примеров этого содержит. Мне бы очень не хотелось, чтобы мы просто изучили опыт Европы, а не повторяли опыт Европы. В данном случае, я надеюсь, у нас таких предпосылок нет, но тем не менее, это очень важно интегрироваться в европейское правовое пространство путем реализации европейских норм и подходов к реализации и таких чувствительных, очень чувствительных моментов, как вопросы культуры, языка, религии, форм вероисповедания и так далее. А от вашої точки зору, навіщо такий дискримінаційний закон щодо російської мови та інших мов національних меншинств приймали, якщо вони розуміли, тоді політики, це ж очевидно, що це призведе до певного розколу суспільства і явно негативної реакції з боку тієї самої Венеційської комісії. Вони приймали закон, знаючи, що вони будуть ігнорувати Венеціанську комісію? Я думаю, во многом да, а во многом річ йде просто определенної політичної логіки построєння определенного виду українського государства. Тому що, на самом деле, це вопрос о том, какой ми хотим видеть Україну. Это Украина больше похожа на действительно построена на основе европейских прав человека, вообще этой европейской системы, либо это моноэтническое, монокультурное государство, где в украинских условиях, что обеспечить достаточно сложно, но в принципе возможно. Есть, действительно, сторонники позиции этой, и они отстаиваются, у них часть общества действительно придерживается этой точки зрения, и в этом смысле крайне важен диалог. И, собственно, опять-таки, европейский опыт. Европейский опыт показывает, как решать вопросы. Правда, сама Европа тоже далеко не всегда успешно решает эти вопросы. И сегодня во многих регионах Европы есть проблемы с этим. Мы это прекрасно знаем. А Европа тоже не идеально везде действует. Но, тем не менее, есть европейский опыт решения проблем. Я думаю, вряд ли нам стоит сейчас в это все входить. Но, на самом деле, это очень важно. Я думаю, как раз эта норма Конституции движения в Европейский Союз, она бы могла, на самом деле, ее реализация нам бы очень много помочь. Дякую. І за мить йдемо далі до інших тем. Чекають на результати зустрічі Нормандської четвірки і учасники акції так званої «Варта на Банковій». Мітинг під стінами Офісу президента триває. Вчора, напередодні саміту, на Майдані Незалежності прийшло віче «Червоні лінії» для Зеленського. Потім мітингувальники розбили наметове містечко під Офісом президента, поставили палатки та бочки, аби грітися. Частина людей провела ніч на Банковій. Вимагають не здавати інтереси України на переговорах у Парижі. Організатори акції
Представники руху «Ні капітуляції», мітинг також підтримали три політичні парламентські сили – «Європейська солідарність», «Голос» та «Батьківщина». До них приєдналися «Національний корпус» та «Свобода». Де війна, треба воювати. А наші президенти шукають, як би подорожче здати Україну. Тому ми тут. Хочемо, щоб вони ні до чого не домовились, нічого не підписали, щоб він там ніяких зобов'язань на себе не взяв, ні мінські угоди виконувати, ні тим більше Штайнмайєра, ні ми дуже не хочемо дешевого газу. Тому що з нашого досвіду дешевий газ завжди приводив до великих втрат. Що прийме Зеленський, невідомо. Скоріше за все, на нашу думку, він скаже щось розмите для того, щоб ніхто тут не зрозумів, що насправді відбулося. Він скаже, ну ми поговорили, зради немає, але буде мир. Тобто він не скаже конкретики жодної. Ми будемо далі, надалі, якщо так станеться, будемо вимагати надалі продовжувати акцію протесту, щоб були названі конкретні умови, що конкретно Зеленський прийняв. Тож, пане Максиме, от як ви вважаєте, чи потрібно Зеленському реагувати на такі досить нечисленні мітинги? Адже ми розуміємо, що, в принципі, якщо подивитись на політичні сили, там, Європейська солідарність Порошенка з його там, 8%, там, Голос, там, чисти з чимось, там, Тимошенко, тобто, ну, вивести там декілька тисяч людей, ну, це якось, ну, дуже слабенько для них. Тобто, як ви вважаєте, чи от цей процес щодо протистояння цих партій з Зеленським, чи не буде це певним маркером, що суспільство підтримує все ж таки більш мирні ініціативи, аніж отакі безальтернативну війну до останнього українця? Мирные инициативы общества поддерживают, но не вдаваясь в подробности этих мирных инициатив. С другой стороны, меньшая часть общества, она намного более активная, осознает и вникает в детали Минских соглашений и понимает, что при определенных раскладах, как трактовать эти Минские соглашения, как выполнять, украинские интересы могут быть под серьезной угрозой. Вот против этого они как раз и бастуют. И прислушиваться к ним необходимо, потому что это далеко не все участники акции. И сейчас, я бы так сказал, очень многие, особенно это касается военных, ветеранов АТО, не выходили сюда, потому что, а, зрада еще не відбулось, б, значительная их часть не хочет ассоциироваться с Порошенком, скажем так, с митингами, с поддержкой именно Порошенко. А вот если там действительно будет результат объявлен, что Зеленский, чего, честно говоря, очень мало допускает такую вероятность, будут полностью там приняты условия Российской Федерации, тогда выйдет намного больше людей, намного более активных. И тут, конечно, риски для государства определенные есть и столкновения, и потерь. Потому что, скажем так, ситуация по сравнению с 2014 годом, не говоря уже 2004 годом, существенно изменилась, общество радикализировалось, и тысячи для таких людей, которые готовы выходить, убивать, умирать, это более чем достаточно, и пример 2014 года у нас перед глазами. Поэтому учитывать нужно, но мне так кажется, и его последнее выступление в телеэфире перед своим отбытием в Париж, он учитывает эти маркеры, и он не назвал ни единой, я бы так сказал, пункта, который будет нарушать выдвинутые требования. Тобто ви вважаєте, що Зеленському потрібно у перемовинах з Мінським в нормандському форматі все ж таки прислуховуватися в першу чергу України до абсолютної меншості, правильно я розумію? Ему нужно в своих переговорах руководствоваться национальными интересами государства Украины. Прислуховуватися потрібно в першу чергу до абсолютної меншості? Я вам объяснил, как государственный, как президент всего государства, понимаете, требования, которые выдвинула та сторона, они не расходятся с официальной точкой зрения нынешней власти. Поэтому я не вижу, в чем проблема. Они соответствуют, могут совпадать. Ну, так.
Да, получается так. Ну, вы сами вывели себя, не знаю, сами спросили, сами ответили, мне так кажется. Я пытал вас. И пытали меня 5 минут подвести, чтобы я подтвердил вашу точку зрения. Я думаю, що важливо зрозуміти, що потрібно Зеленського все ж таки в першу чергу зважати на тих, хто за нього голосував. Зеленський должен, як президент, думати у последствиях своїх рішень. Не сиюминутними, скажімо так, расчетами поднять рейтинг, который имеет тенденцию снижаться, а, к примеру, там, привести мир, либо освободить еще каких-то значительную часть наших военнопленных, что позволит ему на определенное время повысить свои рейтинги, да, и оправдание внешней политики – это одно. А вот как решение скажется на долгосрочных интересах и возвращении в орбиту геополитического влияния Кремля, вот это намного более важно стратегически. Пане Денисовичу, погоджуєтеся ви з паном Максимом щодо все ж таки, що потрібно Зеленському прислуховуватися в першу чергу до абсолютної меншості і а вже у другу чергу все ж таки прислуховуватися за тих, хто за нього голосував? Я бы немножко не так ставил вопрос. Прежде всего, я бы не говорил об абсолютном меньшинстве, потому что действительно тут есть заметная часть граждан Украины, там не менее 30-35%, которые занимают достаточно жесткую позицию в отношении конфликта на Донбассе. Я бы еще отметил то важное обстоятельство, что на самом деле Зеленский оказался в ситуации более тяжелой, чем был Порошенко. Потому что когда там, в период с 14 по 16-17 даже годы, была достаточно простая ситуация, когда и Соединенные Штаты, наши западные партнеры, и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз, ну, в лице как бы, лидеров Европейского Союза, Франции и Германии, достаточно единую жесткую позицию в поддержку Украины очень четко, последовательно занимали. И тут было очень легко, на самом деле, вести дипломатию. Поскольку достаточно было просто благодарить наших западных партнеров за помощь и поддержку и быть с ними в одной линии. И просить еще допомоги. Сейчас ситуация поменялась. Все эти годы ситуация поменялась. Мы видим, насколько сложные сейчас отношения внутри западного блока между Соединенными Штатами и Европой по целому ряду вопросов. Мы видим, что с Брекситом инициативу в Европейском Союзе пытается сейчас Макрон перехватить. Фактически Британия выходит сейчас не так активно на европейском пространстве, и Франция пытается перехватить эту инициативу. Мы видим, как Германия, Меркель под давлением своего бизнеса пытается сохранить экономическое сотрудничество с Россией. И в этой ситуации крайне важна очень тонкая дипломатическая игра. Для Зеленского сейчас от него выше требования для реализации украинских национальных интересов, и надо быть очень гибким. И, к сожалению, вот у меня пока этой некоторой гибкости не видно. Скорее, ну, идет такая дуболомная позиция, которая и занимала предыдущая администрация. Дякую, нас дуже довго вже чекає телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, все, дзвінок зірвався. І от якщо ми подивимося так, в принципі, досить прискіпливо до нормандського формату, чи не вважаєте ви, що у Зеленського є можливість відмовитися від виконання мінських домовленостей? І до чого це може призвести, якщо Зеленський зачитає Макрону, Меркель та Путіну червоні лінії і скажуть, добре, тоді мінські домовленості анулюються і до побачення. Що далі? Що далі буде? Ну, якщо Зеленський, як ви кажете, просто заявить, що Україна відмовляється виконувати мінські соглашення, це буде великий подарунок для Путіна. Ні, просто якщо подивитись на... Ну, що я говорю, що на самом деле позиція Зеленського кардинально не відмовляється від цих всіх пунктів, красних ліній, які ви сказали. По крайній мірі, вся публічна озвучена позиція Єрмака, Пристайка і Зеленського, тобто трьох людей, які коментують публічно на протяжении 2 місяців, це все, вона точно така ж, абсолютно. Написано. Вот тут очень интересно, какую позицию займут Франция и Германия сейчас вот
данную минуту в Париже, вот как раз по этому вопросу мы не знаем на самом деле. И я сам, например, жду этой итоговой пресс-конференции, чтобы как-то она прояснит их позицию в этом вопросе или не прояснит. То есть, условно говоря, Франция и Германия будут настаивать на то, чтобы Украина вот последовательно шла по шагам, либо станет, как и прежде, больше придерживаться как бы украинской позиции официальной, подчеркивая обязательства России, которые, как говорит всегда Запад, несет, Россия несет обязательства по выполнению Минских соглашений, чем, правда, Россия не соглашается, но это отдельный вопрос. И в итоге оказывается тупик. Вот тут интересно будет посмотреть. Мы посмотрим, мы еще пока этого не знаем. Дякую. Как будет озвучена позиция? Пане Максиму, як ви вважаєте, якщо буде відмова від виконання мінських домовленостей зі сторони України, які далі сценарії розвитку подій? Я, честно говоря, не допускаю подобного сценария, потому что к Минским соглашениям привязаны все санкции против Российской Федерации, что является главным козырем, я бы так сказал, который можно апеллировать в переговорах с российской стороной и пытаться лучшие условия в ходе этих переговоров получить для украинской стороны. Отказ. То есть получится, в принципе, я бы так сказал, с точки зрения национальных интересов Украины, далеко не худший это вариант, если рассматривать, что вопрос о реинтеграции Донбасса не будет идти в связке с тем, кто будет отстраивать Донбасс. Потому что если посмотреть с точки зрения цифр, реинтеграция, даже процесс разминирования этих территорий, не говоря уже там о ментальном возвращении граждан после 5 лет назад проживания в совсем противоположном информационном поле, оценки колеблются там от 20 миллиардов и до плюс, я бы так сказал, бесконечности. И цифры и 50, и 100 звучат, чтобы восстановить предприятия, которые были вывезены частично на территорию Российской Федерации. Вот как бы будут они возвращать нам их или нет, тоже вопрос на повестке этих переговоров. И так далее, и так далее. Это будет, скажем так, перспективы развития всей Украины становятся под большим вопросом. И это как раз понимает часть общества, которая и выходит протестовать против капитуляции. І дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Вже за годину можемо дізнатися, до чого домовилися в Парижі лідери країн Нормандської четвірки. І вже завтра усі деталі обговоримо разом у цій студії. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не перемикайтесь, попереду ще багато цікавого.